То, что сейчас происходит на Украине, это только начало. Начало всем тем мировым процессам, которые будут происходить в обществе и будут являть собой столкновение взглядов, политических интересов. К сожалению, это кучка неких монополистических государств, которые пытаются установить свои порядки, в результате которых они будут выживать в современном обществе. Но это всего лишь утопическая иллюзия, которая приведет только к разрухе, разрушению и Третьей мировой войне. К сожалению, это будет несколько иначе, чем представляют люди, и она будет более жесткой и более жестокой, нежели обычные военные действия в полном понимании этого слова.